Блин, я даже запишу, наверное, эту партию. Тут прикольное лобби. Сильное. Это должно быть интересно. Ну, нас сейчас несут первые. Ну да, мы уже согрели всех. Особенно ты там сидел всех, говорил, все, мы самые крутые, не трогайте нас. Я, кстати, не помню, чтобы был какой-то патч, чтобы типа вот так вот меняло управление, честно говоря. Ты загрузился? Да. Ну, будет рофл, если они будут с другой стороны. Да, это же, знаешь, это всегда так. Давайте сносить этих премейдов. Потом все домики строят. Не, потом они сносят, и к ним задница прибегает. Еще куча. Или так. В общем, 2 на 2 на 2 на 2 партия. Вот задачу на игру выполнили. Снести премейд. Пишут, что мы первые умрем. Поломай меня полностью. О, есть. Руинки, как минимум. Реально, три кракена в игре. Просто топчик. Да. Дальше не топчик, ничего не сказать. О, блин. У меня две гавани только. Опять. Я уже за вторую игру. Я уже вторую игру за БК играю без руинок. Зачем они нужны? Да, только две гавани, то есть мы можем гавань только на побережье строить. Две гавани для ворона — это очень мало. К сожалению. О, мне бы этих волков и этих... Божественно. Медведь тут просто... Как, короче, как с врагами мы соединены, как враги, короче, примерно расположены. Ну, рядом с тобой, смотрю, вижу коричневый. Там вообще команда кракенов. Ну, рядом... Нет, я имею в виду вот между нами. Вот медведь, волки, сейчас будут драугры. А, блин, да. Ну это да, трындец. Надо вот это зачистить и забрать эти две области. Я как раз сейчас эти руинки, у меня будет много денег, я смогу их забрать. Так, сейчас я поднажму немного в чатике. Ну, чтоб... Блин. Нет, это ты пишешь в этот... Я вижу. С другой стороны, смотри, они на нас вообще нападут лет через 10, наверное, потому что только тут проход вроде. Ну, конечно, они могут, но... Не прям на изи, так сказать. 172 денег. Нормально. Сейчас надо этих двух сейчас построим быстро. 4 волка, ну за что? Где? А, ну да. Так у меня тоже 4 волка.
Ну, прикол еще же быка, короче, что он может делать только одного скаута, только одного лесоруба, короче, только одного этого воина. Тяжеловато будет. Ты сам выбрал этот путь. Таков путь. Не смотрел Мандалорца, да? Нет. Так. Четыре. Быстрее, чтобы тут не появилось больше лапов. Так, чтобы не было уведомлений, и они как бы в Дискорд не попадали. Я не знаю, как это сделать. Каких, в смысле, каких уведомлений? Ну, вот слышно сейчас вибрацию на моем телефоне или нет? Нет. Окей. Просто когда я в ЦИВ играл, типа, люди говорили, ой, что-то... Хорош, типа, это... вибрировать. Так, 30 славы. Блин, вот это сейчас я зря потерял. Мог этого волка убить. Так, тут у нас не волки. Вот тут, блин, на меня будут очень часто волки нападать. Мне нужен... И тут, блин... Это вообще жопа, так, на самом деле. Так, если еще вот центр, вроде, как мне кажется, по текстуркам. Там зеленый уже и след. Видишь зеленого, кстати? Нет. А я и вижу. Вон, смотри, видишь, они уже агрятся, типа, на нас исследуют сразу. Ну, я не знаю, я тебе сейчас помочь никак не могу. Да нет, понятно, но как бы тот факт, что они уже нас исследуют, как бы в самом начале, это уже весело. Хочешь пир? Да не, в первый год бесполезно вообще. Фига себе, ты был прав. Слушай, ну меня раздражает вот это новое управление юнит. Ну то есть, ну хорошо, я понимаю, они сделали типа, чтобы нельзя было так вот микроконтролить. Но вы объясните систему тогда. Ты уже, ну вот, сделал типа настройки по умолчанию управления? Да, да, я сделал. Я просто переключаю на какую-нибудь другую цель, и у меня юниты начинают бегать. Типа такие, боже, где мы находимся? Кто здесь? Где наша цель?
Очень фигово. Блин, еще и тут, блин, волки долбаные. Написал, что все люди доброй воли должны убить все оранжевое в себе. Это очевидно. Убей желтого, у него что-то есть сладкое. Челюнью воздействует на мозг, видите? Здесь? Да. Ну что, как насчет пира? Давай. Эти волки, это, конечно, трындец. Мне нужно лекарей делать, нужно еще одну гавань ставить. А сначала еще и на еду что-нибудь. Потом лекарей, наверное. Так, а кто тебя разведал? Коричневый, да? Да, да. Ну, кстати, еще передать. Что можешь передать? Пир дать еще. А, пир? Ну, давай, да, давай. Ну, сейчас я дострою, еще поле включу. Да, весело у них тут. Интересно, они сначала нас пойдут убивать или вот этих вот чуваков? Нас, конечно.
Блин, как бы мне тано получить побыстрее? Только, наверное, исследование, то есть надо еще гавань поставить. Так, сейчас эти тут закончат. Да, все, закончили. Надо гавань поставить, потому что это дополнительное счастье. Тут камень добыть. Мой второй камень тут. Ну, в принципе, нормально. Не так уж и плохо все. Как кажется. Блин, ну чё за прикол? Ты видишь, что это зеленый? Нет. Это зеленый. Посмотри на границе. А, да, точно зеленый. Ну так и что? Что тебя смущает? Типа у него мало территории? У него вообще, я по-моему, нет. Ну, посмотрим, что там. Не раненых я отправляю, потому что у раненых на 20% хуже эти производительность. Так, 4, надо сюда склад поставить. У меня как бы еды больше нету, кстати. Пойду исследовать зимой, потому что тогда зимой меньше... Блин, уже между нами еще эти гоблины. Ну это надо разведывать. Я, в принципе, уже сделал себе этого воевода. Давай, даю пир. Давай. Ну, острые топоры. Еще нам 2 надо взять, чтобы получить улучшение.
Ну, в принципе, так-то мы неплохо идем. Что я, что Челинью. Слушай, так-то мы в лидерах. Нет, у меня все плохо. Почему ты на первом месте по славе и науке? Ну да, может, поэтому и плохо все. Сейчас мы получим славу, я... Ой, славу. Счастье надо еще одно... Один камень, и мы апнем гавань. Гавань нам... Улучшенная гавань даст нам счастье, да. А, давайте мы исследуем в сторону нашего... сокомандника. Хрена себе, аж два драугра напало. Да ладно. Да ладно. У меня на три территории нападает пять драугров. Ты посмотри, это говнина какая. На три территории сразу, одновременно. Жестко. У меня еще лаг пошел. Блин, у меня лагает, нет. А хилки нет, да? Какой хилки? А, есть. Пойдем рашить, ребят. Нормально. Что-то братишки там... Слушай, пробовали. Ну слушай, у меня какой-то вообще говнина какая-то. У меня еще и волки прибежали. Ну надо вот это точно быстрее тебе зачистить. Короче, у меня сейчас жопа будет. У меня минус 22 еды. У меня сейчас все умрут. Ну там переводи там. С дерева, с камня. Так у меня и минус 2 по дереву. У меня тоже все ну, так не очень. Не, ну слушай, у тебя хоть раз на три области сразу, на три области драугры нападали когда-нибудь? Я помню, как меня альвы просто убили. Ну альвы это одно дело, ну три, на три области сразу одновременно, это какой-то бред. У меня 16 больных. Ну, держи. Не знаю, там, скаутов отправляйся. Пофиг. Ну все, ГГ. У меня тоже воевода. На соплях. Все, все. Коронавирус, короче, пожрал викингов. Ну, скаутов точно тебе нужно отправить. Ой, блин, я не сюда хотел. Чтобы хотя бы подохли там как-то. Потом там... Некоторых больных просто убивай там. Лучше, чтобы они все умерли, на самом деле. Вот, не-не-не, смотри, не убивай драугра, просто больных всех слей. Вот, это намного лучше будет. Да, Челинью прав. У меня тогда слей быстрее как можно появится. Больше больных от драугра. Да, все. Да, я понял. Вообще, по-моему, лучше всех, потому что это никогда не вылечишь. Ну,
Ну, это, конечно, массакр. Сейчас вы наблюдаете просто. Ужас. Я просто не хочу, чтобы эта территория ушла, все, теперь можно его убивать. Еще он один раненый, конечно, ну ладно. Полегче стало? Да. Чуток отпустило. Ну, видишь, болезни уже не нужно лечить, нужно просто убивать больных. Чем сейчас и занимается правительство Российской Федерации, в общем-то. Это точно. Еще и снизит нагрузку на пенсионный фонд. Ну, логично, как бы, да? Если человека лечить, он как бы будет продолжать носить вирус, как бы, там. Да, да. А если как бы просто смертоносный вирус и все. Какая у нас игра прям в тему. Corona time. Чё так сразу по еде минус 10? Понял, у тебя силы соединяться будут не скоро, да? Появится, точнее. Да. Ну, не знаю, как мы этого медведя и 7 гоблинов можем убить вообще. Так, ну, я уже потихонечку, так сказать, подступаю. Нужно, короче, вот эти две территории убить как-то. Вот эту, да, разведать хотя бы. Тут у меня есть еще, ну, часть брони моей, типа, на этой территории.
Блин, где мне еще еду найти какую-нибудь? Я так еще мало разведан, вообще какой-то трындец. Он потерял очки обувь. Нормально. Прорвемся, ничего. Так, с едой мы вроде проблему решили. О, блин, у меня тут зеленый уже в соседях. Да это уже вроде давно даже. А, да? Да, вот именно, именно на еду надо было. Мне, кстати, лагерь разведчиков сносить? Да, сноси. Чинить его сейчас крайне невыгодно. О! А вот это очень даже в тему. Так, давайте сносим этих. Вот это хорошее место, и вот это животное нам поможет. Так, давайте апнем. Блин, и там еще горит. Зашибись. Горит все, что нужно, так сказать. Нормально, переживем. Надеюсь, у них так же все плохо, как и у нас. Да, ну, я вижу, что у них не очень все хорошо. Но это плохо, что у них неплохо. Согласись-ка. Вроде плохо как-то у них. А, плохо? Тогда хорошо. Так, ну нам нужно этим заниматься. Я уже исследую. Плюс у меня сейчас птичка полетит. Полетела. Боже, еще и три овцы. Ну все, зашибись. Вот это у меня, кажется, вот эта вот клетка была очень важной. Разведано. Так, она там одна, да, получается. Да, должен убить. Хорошая, кстати, клетка. 10% к атаке, 50 славы.
Не, зашибись даже, очень даже все неплохо у нас тут. Наверное, мореходы исследуют. Давайте, давайте сюда. Так, а где мой второй... Моя вторая клетка на железо? Вот это, видимо. Уже дофига дерева. Отправлю на золото. О, ливеры в партии. Мне вот эта территория очень нужна. Там мое второе железо и вторая еда. Сейчас иду. Оранжевый уже до кровавой бани прокачался. Я так понимаю, фиолетовый ливнул, потому что на него оранжевый да, нападал. На алё нападут. На тебя? Да. О, фиолетовый вернулся. Хорошо. Что, идем? Да. Блин, еще прибежали. Все, мы соединились. Тут для тебя что-то это... Раскопки. Я и эти не подобрал что-то. Ну приятно, уже у меня воины вот плюс 8. Плюс 9 воины уже. Правда, голды что-то вот мало. Вот это вот печально скучно. О, давай вот эту... Вот, вот эту зачистим. Давай. Сейчас я подберу еще одну.
Отсюда просто никто уже напасть не сможет. Тут озеро. Мы, кстати, таким образом изолируем гоблинов только рядом с нами. Можно, кстати, это вообще убить, и этот камень я бы раскопал, или ты там хочешь. Да, да. Я бы на том месте поднял бы лимит. У нас могут в любой момент, в принципе, прийти, если захотеть. Вон, тут уже вон строят. Я бы их вообще снес бы, на самом деле, если честно. Окей, но сначала все-таки вот эту мне надо зачистить. Просто вот уже коричневые строят эти... Я понял. Бараки. Лимиты это чили не имеет в виду, чтобы у меня больше воинов можно было нанять. А территория мне нужна, чтобы счастье до нуля довести. Кстати, этот вообще, блин, вот можно так прийти просто и сломать их. Да. Так пошли, может, сломаем. А кого лучше? Вот я, ну, коричневые, они больше выпендриваются теперь, не знаю. Кто пришел? Мореходы павшие. Не люблю эти здания гоблинов. Так, давайте тут поучаствуем. Они как бы бьют не больно, но они сами по себе сильные. Хочешь, забирай, в принципе. Хочу. Все, гоблины убиты, нет? Нет, еще вот тут вот осталось. Ну, у меня уже нормально так прокачан. Бля. Че, пошли-то, наверное, снесем зеленого с фиолетовым. Да. Ну, летом давай только. Хотя вон. Я просто не знаю. Что там? Ну просто я не хочу, чтобы к нам в спину прибежали, но это по-любому произойдет. Ну как они. Как произойдет, если они не видят карту? Ну вот как ты думаешь, на кого лучше, на коричневого или на зеленого с фиолетовым? На зеленого с фиолетовым, потому что они слабые. Я думаю, что они просто ливнут. Да и те тоже слабые. Ну так что ты боишься, что они в спину ударят? Может, добьем вот этого?
Ну давай. Ну ты добивай, думаю, ты один справишься. Так, ну там 5 драуров, 4 кобальда, это жестко. Кобальд. А, сейчас я подбегу. Ты главное кобальтов сначала бей. Со мной едой торгуют там чуваки. Какие? Я могу захватить территорию, тебе передать. Тебе надо? Ну можно, да. Но вот я бы камни немножко подобывал на самом деле. Ну, сейчас я подобываю. Потом тебе скину. Его тут 52. Ну да, нормально. Мне 40 и тебе 40. Ну я отменяю мореходов, сколько ты сделаешь воинов? Сейчас 10 могу. Ну давай 12 хотя бы там. Хотя хорошо. Даже лучше больше. Я сделаю, не знаю, сейчас как с хилой будет, короче. Так, ну я сделал 14 бойцов. Ну, типа идем? Да. Четырнадцать бойцов, 10 плюс 9. И это без кровавой бани. Так, ну в принципе, наверное, надо сюда, чтобы они разделились, нет? Да, да. Я включил военную карту на всякий. Ну пошли уже. Давай танкуй воевода или воина. У меня нет воевода далеко, точнее. А где воевода-то? Так, ну я слежу, коричневый стоит на базе, ничего не делает. Так. Красные с оранжевым пошли на тех. Отлично. Отлично, отлично. Давай, заходи. Смысл, чувак стоял и убежал в итоге. Вот красный с этим. Видишь, как они сделали? Все на нас агрились, а в итоге взяли и снесли чуваков. Но так, 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 у тебя тут стоят воины. Ну они ж не могут дерем, напасть дерем. На нас. Нормально, потеряли 3 воина. Я предлагаю
вот это про такое, чтобы лимит снизить. Да нет, зачем? Надо бить. Да? Ну давай. Подожди, я рейд отправлю. Хотя там вышка улучшенная. Подожди, я рейд отправлю. Ты готов? Так. Бьем вышку. Бьем вышку. Не-не-не, надо воинов бить. Да, ну вышку. Смотри. Давай, заходи. Сейчас. Давай, заходи. Го-го-го. Ну все, тут ГГ. 10 плюс 11 воины. Красиво. Так, наверное, он пошел дальше уже. А, там еще придет. Там еще идет армия. Ну, стоим. У тебя побежал воин. А, жалко. Жалко Костю. Ты не хочешь к границе подойти? Че линию? Челиньо, там фиолетовый еще делают войска. Челиньо, мы сейчас нас убьют. Челиньо отошел куда-то явно. Все равно просто массакр. Все, сейчас они ливнут. Челиньо, ты тут? Из дискорда ушел. Я тебя не слышу, если что. Алло. Да, теперь слышу. Давай, рейд или без рейда обойдемся? Я думаю, без рейда можно. Без рейда, я думаю, уже. Пошел. Что, заходим? Да, го. Зеленый так взывает к оранжевому. Вот. Случай, у них там замесы, смотри, какие, они там просто 2 на 2. Ну, конечно, замесы, но просто это, вот это, когда ты не видишь карту и не понимаешь, что происходит. Ты можешь звать сколько угодно, но они уже ничего не сделают. Я пошел, короче, добывать, там еще руинок нападало. Угу. А, блин, метель, слышь, метель, ты готов? Не очень. А, у меня вообще овцы есть. Так, да, я готов.
Ой, слушай. Тут у меня эльфы нападают. Можешь их убить по дороге? Можно, конечно, пойти и убить этих волка. Не-не, пока они дерутся между собой, пускай они делают, что хотят. Они сейчас подерутся, а потом мы убьем победителя. Мы так легко вынесли фиолетового с зеленым, что... Мне может, кстати, не хватить. Нифига. Блин, кстати, мне может быть тоже какой-то очень серьезный минус прямо. Ну что, много жителей, у меня 25 жителей. Надо прервать походы пока. Ну жди там несколько секунд, там пока там будет 0, потом еще раз. Я бы просто шел бы драться. Ну хочешь? Да. Хочешь драться, иди драться. Ну просто кого, понимаешь? Я считаю, что они должны ослабить. Хотя бы кто-то кого-то должен вынести. Ну вот эту территорию можешь открыть? Вот эту территорию. Хорошо. Хотя там... Волк сильный там. Охренеть, уже голодает клан. Ну зашибись. Главное, чтобы не заболел воевода. Так, я тебе передаю область вот эту. А, блин, мне еще месяц надо подождать, прежде чем передавать. Слушай, по-моему, тут даже промежутки увеличили между передачей зон. Я уже забыл, когда я тебе передавал в прошлый раз. Так, заболели. Так, а все заболели. Я еще не заболел. Я тоже еще нет. Ну, короче, мы походу выиграли. Меня заболело двое. А я еще нет. Передал тебе зону. Так, я заболел. Двое. Из 29 жителей 4 коронавирусных. 6 коронавирусных. Четыре. Не, ну зима жесткая, это не. У меня 8. Нет, это неизвестная территория. Если есть деньги, отправь сюда рейд, хотя я думаю, незачем. Не, у меня сейчас йотуны будут.
Нифига себе, ты там решил навести порядок. Вот смотри, 12 воинов против 10, как бы просто мясо. Да, да, в мясо. Это еще при том, что ты от своей территории хрен знает где. 10 плюс 13 воинов. Ну да, тут, короче, победа. Хотя нафига мне уже наука. Че, можно пойдем на коричневого? У тебя как силы? Ну, у меня нету воинов, но я могу набрать. У меня все норм. Ну, чтобы не прям. Ну, давай, набираем, тогда идем, че ждать. Да, пошли. Ща, подожди, я йотунов выкую. А ты вообще никаких этих не выковываешь, да? Реликвий. Ну, там, мне кажется, она бессмысленная, убукает реликвии, как бы. Ну, вот этот, типа... All enemy units and towers get orphans during a short period. Ну, типа, для вышек, конечно, можно было бы, но... Лучше, мне кажется, сделать побольше воинов, чем... А, так, так слушай, реликвии. У коричневого все сдохли. Ну, вот я про это и говорю, как сейчас можно было быстренько там. Слушай, а где к нему проход вообще? А, вижу, все. Вот тут вот. Я даже специально этого медведя не убивал, типа, чтобы им тяжелее было. Ну, пошли. Кстати, а где еще есть реликвии мои? Я что-то не вижу. Я тоже не вижу. А, вот между красным и коричневым. Вот у меня уже благодаря реликвиям получается плюс... Плюс 10 к атаке, плюс 10 к скорости, плюс 10 к защите, плюс 20 evasion, я не знаю, рефлект 20 и... Короче, скорость натиска еще вроде, по-моему. Еще вот сила БК, то, что как бы натиск на 50% больше атаки, то есть сначала. То есть, когда вот первый вот этот именно удар у воинов улучшен, он у них на 50% сильнее. А где йотун у коричневого? Он сдох. Понятно. Столько стараться добыть йотуна, чтобы его убили. Так, на меня альвы, кстати, идут. Ну, ливы из игры тогда, все. Тебе помочь с ними, да? Ну, я убью их. Ну, хочешь ты отойди, да? Ужас.
иди сюда, а я туда пойду. Так, где тут мои йотуны? Блин, потерял, куда поставил. Что-то кракены даже... Кракен слабый клан очень, на самом деле. Ну да. Там, я не знаю, вот типа вот нету пристани вообще, как бы, нет никаких бонусов на экономику, но у них бонус на количество воинов, то есть воины намного дешевле стоят. То есть как бы ты мясом кушаешь. Ей! Пошли красного выносить. Так, а можно, кстати, я вообще бы тут по руинке еще собирал. Как раз они по пути. Чувак против премейд геев. Не, мне надо там убить, меня на территорию нападают. Так, куда идти? Вот я здесь сейчас. А я с другой стороны буду нападать. Шубы взяты. Кстати, текстура у него тоже изменяет, типа, в зависимости от того, от этого воеводы, в зависимости от того, сколько он всего набрал. Ну я готов нападать. Я сюда я буду. Руинки дособираю. Ну хочешь, терроризируй. Блин, то что шуб нету у этого челика, фигово. У тебя нету шубы, да? Вообще шуб нет, да. Ну, там. У меня есть. Там вместо шуб, короче, предание называется. Ну короче, оно делает. В два раза дешевле стоит улучшить барак. Я напал. На самом деле можно вообще вот сюда напасть и все, и не париться. Я не парюсь. Ты выздоровел, кстати, в итоге? Ну да. Ну, поздравляю. У меня только 4 заболело. Только сейчас опять 4 заболел. Блин, и заболел воеводы.
Охренеть. Нет, я имею в виду, ты выздоровел не в игре, именно ты. А, это, да, да вроде, ну, как-то так. Просто слабость какая-то. У меня предложение захватить все области, кроме последней, и уйти. Да не. Хотя вот этот чел, он реально больше всех ныл. Вот именно, вот именно. Пошли эльфов убьем. Ну чё, давай у меня вот этот воевода получит последний бонус. Интересно, что он даст. Вот, вот сейчас уже 30 атаки у воеводы. Ну, кстати, пойдем. Чё. Что, пойдем на эльф? Да, сейчас, подожди. Я даже возьму сейчас предание убийцы чудовищ. Просто. Все, я готов. Челиньо! Да, короче, да, да. Короче, я убил эльфов без тебя. А, это ты убил эльфов без меня, зашибись. Найс. Я взял даже предание убийца чудовищ. Я понял. Слышал? Короче, оставляем там ему. Атака сейчас была, получается. Столицу ему оставляем. Иди сюда. Мне дали ачивку за. Типа за то, что я собрал все эти. Фигни. Ну реально, получается, если вот этот прокачанный чувак, это просто 30 атаки. Это как йотун получается. Даже сильнее, наверное. Чувак там армию делает вовсю такой. Вот что его заставляет дальше играть, я не понимаю. Вот почему он не хочет сдаться? Оборона Севастополя просто. Ну. Матрос Кошкин. Ну, у него, кстати, баррикады, это хрен пробьешь еще. Ну так, тяжело будет. Ой, да это. Видишь, у него оборона жителя. Видишь, у него оборона жителя 9. Типа. Да приходят. Приходят йотуны. Потом приходит рейд. Ну, кстати, там 29 чуваков на этой территории. Да, пожалуйста, сейчас они все умрут, наверное. А хотя нет. Ты йотана сможешь нанять? Могу. Я предлагаю просто его оставить, пускай он там сидит. Я, кстати, могу покурить, отойти просто. Да, отойди, покури. Просто интересно, что он будет делать. Я отошел. Реально, у него осталась одна территория.
Я бы, кстати, не знаю, хотел поставить. Все сгорело. Ты заслуживаешь рак, он мне пишет. Еще и на паузу поставил. Он пишет, что он когда-нибудь тоже заставит меня проиграть. Так, он паузу поставил, типа? Ну, типа, да. И теперь на меня, видишь, пишет всякие некрасивые вещи. Fucking virgin. У него только две паузы, как бы. Я сейчас еще даже апну, короче, два барака, чтобы было... Он использует 10, все паузы, чтобы нас оскорбить. Все, что знает, сейчас выложит, понимаешь? Знаешь, что мне больше всего интересно? Сколько у него сейчас несчастья? У него одна область и 30 жителей. Ну, я, кстати, думаю, что у него не особо много несчастья. У него много несчастья? Не, у него много несчастья, но это, никак не, несчастья? Но это никак не влияет на его развитие. То есть, они же её дохнут. Почему? Это влияет на производство жителей со штрафом же там. Да, но у него минус, по идее, точно нету. Ну, по идее, нету. Все, забегали такие, ух, сейчас мы тут, сейчас. Пошли этих убьем и меч выкуем. Пускай он там сидит. Ну давай. Я пошел на YouTube. У меня 14 воинов, пишет. На самом деле. А? Правда, у меня 14 воинов. Сейчас я, наверное, ранен и солью, нафиг не нужно. Может, убьем, хотя реально, что-то долго ждать. Ну ладно, давайте. Давай убьем. Подожди, просто сейчас долго, я рейды отправлю. Плюс 10 просто. Че, давай йотун? Да, сейчас сразу. Готов. Да. Отправляю йотунов. Йотуны прибыли. Понял. Поехали. А чувак сказал, что он пошел в ютубчик смотреть, а? А? Обманул всех. Хе-хе-хе. Изи. Говорит, да. Чтобы у нас рак был. Кстати, у него прям, он чемпион по еде в этой игре. Воину сделал больше всех зеленый.
Но им не повезло то, что мы на них пошли. Ну, в каком смысле не повезло? Они просто, по-моему, ничего не делали. Но мы их вообще очень легко вынесли. Ну да, несмотря на то, что смотри, как бы он сделал сколько воинов. 16 отделённых сделал. Я вообще не почувствовал его воинов, честно говоря. Ну да, плюс там еще у быка вот эта вот натиск, способность, типа, что он набегает, типа, и сразу первой атакой на 50% больше. То есть натиск, способность, когда воины бегут. Угу. Там вот именно опция первого удара, она самая жесткая получается, и как бы ты убиваешь армию, которая даже сильнее тебя, может быть. Еще у быка вот эта способность мне нравится, ну, точнее, придание. Типа, в два раза дешевле стоит апнуть область, и эта область не требует содержания здания. То есть ты апаешь область, вот я апнул область ратуши, и у меня просто плюс 3 голды стало пассивно. То есть апаешь просто области, и у тебя здание не требует вообще содержания. Тебе не кажется, что вообще этот клан, он немножко овербафнут такой? Но вначале он очень слабый, то есть вначале ты можешь лесопилку положить только одного человека. Но кто вначале воюет? Вначале воюет только змея. Вот и только если у тебя змея есть в соседях, тогда можно что-то... Ну и, кстати, в прошлой игре тебя ж Кракен вынес. Да. Ты не успеваешь, если ты не возьмешь вот первые 9 преданий, как бы, то тяжело. Фига себе, ты... 7000 боевого опыта набил. Да. Это в 2,5 раза больше, чем требуется для третьего уровня. Да. Вот смотри, мы примерно одновременно с волком. Это получается. Ну да, да. Ну, они что-то вот затупили в своем. То есть мы быстро вынесли зеленого с фиолетовым. А они затупили с нападением. Ну как? У них, во-первых, там. У коричневого йотун был. Да, кстати, то есть это да. Тоже хорошая вещь в обороне. Нет, я просто... Ну да, правильно мы выбрали, на самом деле, то, что пошли на тех. Нет, они просто... Нет, вот оранжевый и красный, они не прочекали... Ну, они не поняли ситуацию. Им надо было не нападать на коричневого с... кто там? С черным, а... напасть на фиолетового с зеленым и через них воевать с нами. Вот в этом идея. Ну, это на самом деле минус то, что нет ворона, потому что на самом деле такую огромную карту разведать тяжело. Да, так. Точно. И при этом еще писать в чатик коричневому и черному, типа, нападайте на желтого с синим, они там побеждают, быстрее, вот это вот. А они решили такие, ну раз эти нападают, мы пойдем тоже нападем, сейчас всех быстро заберем и не получилось. Ну да, то есть они вот столько на самом деле там вот писали, типа, ой, рашьте, и в итоге что, как бы в итоге сами друг друга перебили. Да, в итоге сами пошли нападать, вместо того, чтобы на нас нападать. Ну да, видят, что чуваки там, во-первых, когда уже фиолетового мы снесли, это уже был звоночек, типа, не воевать друг с другом. Они просто убили друг друга экономику здесь. И, кстати, Кракен, помнишь, я тебе показывал метку на Драугров в самом начале у Серого? Угу. Где там 4 драугра, они так и не зачистили, не забрали. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!